Всем привет, маленькие сладенькие пахлавушечки, с вами Бадди, и сегодня мы пройдем карту в игре Far Cry 1 под названием Заражение Бета. Ну что, погнали. Ну, скорее всего, эта карта маленькая. Сейчас посмотрим. Так, что у нас здесь? Автоматик. Что-то карта подлагивает, я заметил. Вначале то же самое было. Когда я его только-только загрузил. Такие вот... Фигни-мигни начинаются. Странная карта какая-то. Я хера знает. Или у меня что-то. Ну, это хотя вряд ли. Вот именно эта карта меня почему-то барахлит так. Так, что там, скорее всего, что-то на мышке есть. Скорее всего, да. Угу. По два задания почему-то, ничего все. Почему так? Так, теперь что-то сделать на том острове нужно, да? Там антенна какая-то. О, может поплывем реально. Лодочка, думаю, нам пригодится. Ну, кстати, еще там следующие по списку были карты Инферно. Первая, вторая, третья часть, да, карты. Я их уже как бы прошел, потом я пропустил, удалил. Вот, и сразу приходим к этому. Так, то, что я уже проходил на канале, мы это не проходим. Да. Хочется, потому что видеть что-то новое постоянно вот в играх, в картах, что я еще не видел. Ну, ребята, самые топовые моды, самые топовые карты, скорее всего. Нет, насчет модов я уверен, что самые топовые моды я прошел, а вот насчет карт еще нет, я сомневаюсь. Самые топовые карты еще будут впереди, потому что мне там говорили кто-то RLL, какой-то снайпер еще. Надо будет у них карты пройти и посмотрим. Я сделаю вывод. Тварь. Так, сейф, отлично. Ну и теперь двигаемся вот туда вот. Да-да-да. Так, аккуратно, пожалуйста, не нужно так резко прям. А то я сейчас разобьюсь, нахрен сдохну. Ты чё? Так, а здесь что у нас? Что здесь? Что здесь? Что он задумал? Что задумал этот тип? Я еще одного видел, скорее всего, тот спрятался, да? Нифига. В смысле? А где он тогда? А-а. Ну да, это просто взрываем эти объекты. Сейчас мы поедем дальше вперед. А, у меня, к сожалению, нету снайперки, но зато у меня есть вот эта вот штука. Давайте прям ляжем, наверное, да? Так, как ложиться-то мне? Наверное, вот так вот, да?
Надеюсь, я попаду сейчас. В эту фигнюльку. Вот так вот. А, пролетел мимо, да? А вот сейчас нет, сейчас точно попал вроде, смотрим. Вроде попал. Да, попал, все, они взорвались нахрен. Теперь как-нибудь туда я должен попасть. Еще раз, давай. Вот вроде второй раз попал. Да, надо чуть повыше. Смотрим. Надеюсь, там все сдохли. Так, что, едем? То есть здесь я должен сделать? Непонятно. Хорошо, поедем дальше. Так, я чувствую то, что это уже концовка карты. Боже. Там еще, точно. Ну, там концовка карты, я думаю. Но она маленькая сама по себе. Проходил я ее, интересно, или нет? Так, карточка, отлично. О, вертолет за нами сейчас полетит. Уже летит. Давайте взорвем напоследок. Пора заканчивать. Карточку мы взяли. Вот такое вот заражение у нас получилось на этой карте. Я застрял что-то. Ну что, типа все, да? Good work. Хорошая работа. Да. Карта пройдена. Заданий больше нету. Ну и автор просто не смог сделать концовку. Понятно все. Ну что, по карта закончилась. Ладно, ребята. Спасибо всем, кто смотрел. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Хоть в ВКонтакте. И всем ребятам. Пока.